Для кого-то абсолютно ненужный хлам, а для кого-то предмет гордости, который с любовью и трепетом собирается десятилетиями и становится уникальным экспонатом в копилке коллекционера. Сергей Мухин собирает виниловые пластинки и редкие музыкальные проигрыватели вот уже 8 лет. Но этой зимой неизвестный лишил его части предметов коллекции. Кто-то проник на территорию дачного домика и похитил дорогие его сердцу вещи. Когда внутрь зашел, там видно было, что кто-то залезал и похозяйничали. Аппаратуру повынимали, поразламывали, как сейчас цветмет модно сдавать. Для тех, у кого денег нет на проживание. Из коллекции исчезли 5 проигрывателей, 150 виниловых пластинок, старинный патефон и 300 аудиокассет. К тому же вор забрал и другие предметы, например, металлическую лестницу, садовую тачку, а также выдернул всю электропроводку в домике. Ущерб? Примерно, да. Ну, тут трудно считать. Понимаете, здесь ущерб можно считать как килограммы цветного металла, а можно и считать, как сколько это стоит мне восстановить. Вот. По идее, по килограмм там ущерб может быть 10 тысяч, а если восстановить у меня все это, будет, наверное, в разы больше. Вор, как рассказали в МВД, проник в дом коллекционера через окно. На поиски преступника у полицейских ушло немного времени. В краже признался ранее задержанный за подобные преступления мужчина. В ходе розыскных мероприятий стало известно то, что данное преступление совершил гражданин 1985 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с проникновением». Часть похищенных коллекционных предметов удалось изъять. Их вернут Сергею Мухину после экспертизы. Он искренне благодарил за это полицейских. Остальное 36-летний безработный и ранее неоднократно судимый мужчина успел сдать в комиссионные магазины и перепродать другим коллекционерам. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО в рамках другого уголовного дела. Он написал явку с повинной. В отделе полиции напоминают, что сохранность личных вещей полностью зависит от их хозяев. Уважаемые граждане, хотел бы обратиться к вам с просьбой, чтобы вы не оставляли личные вещи, ценности в своих дачных участках. По возможности все ценные вещи забирали с собой. Сергей Мухин не теряет надежды, что однажды все украденные музыкальные ценности вновь вернутся к нему. А пока он по крупицам продолжит восстанавливать свою коллекцию. Анастасия Семушева, Александр Зюзяев, программа «Происшествия».